Жестокие игры, события, встречи. Эпиграф. Событие приходит только ко мне в единственном числе. Оно адресовано мне и больше никому, Клод Романа. Оно пришло ко мне и требовало от меня всего и даже больше. Я решила, что оно пришло к тебе. Оно же встречи и требовало от тебя всего и даже больше. Ты справедливо недоумевал, прости. В той событийной полынье плескались только я. Я настоящее, я прошлое, я будущее. Из непредставимого и, в общем-то, не моего пока. Гребли во всевозможные пределы, стараясь полынью расшевелить, не дать замерзнуть и покрыться толще льда. Поверхности для перехода в то иное, иному состоянию в себя. Жестокие игры, события, встречи.